Ну что, у нас сегодня 11 июня коронавирусного года. Первое, в общем-то, что мы сделали, выйдя из самоизоляции, это приехали сюда и подготовили к лету самолет. Собственно, сделать это мы хотели еще где-то на майские праздники, но сами понимаете, по каким причинам были вынуждены все это перенести. То есть, что мы сегодня сделали? Во-первых, открыли, проветрили, убедились, что самолет зиму пережил хорошо. Надеемся, так будет всегда. И еще не менее важно, мы выпустили носок и переднее крыло во взлетное положение. Работает все, кстати, да, отвечу на эти вопросы, работает все штатно. Органы управления используются штатные. Вот, питание подводится от АПА. В общем, практически как это и должно быть. Переднее положение взлетное.